Друзья, привет вам! Только что разбирался с топливным баком, будет ролик на канале, я даже не знаю, какой первый ролик выйдет, этот или про топливный бак. В общем, занимаемся сегодня немного автомобилем. И сегодня мы с вами устраним две, по крайней мере постараемся устранить две такие маленькие неприятности. Это порванная резинка на кнопке открывания крышки багажника и глючащий плафон или светильник салона. Полетели по порядку, начнем с кнопки крышки багажника. Вот такая здесь проблемка, то есть кнопочка у нас порванная. Было когда-то у меня такое же во втором сценнике. Что будем делать? Будем эту кнопку снимать. Если мне не изменяет память, она просто отщелкивается. Сейчас с вами возьмем отверточку и аккуратненько попробуем ее отщелкнуть. Там, по-моему, ничего такого нету. Ну, ничем она не прикручена. Вот, друзья, наша кнопочка. Снял разъем. И да, снимается она просто по бокам. Вот такие две защелки. Их надо отверточкой с одной стороны свести, щелкнуть, потом с другой. И вот здесь она порвана. Сейчас мы счистим вот эту вот резину. И поверху будем проклеивать обычную резину с велосипедной камеры. Так, короче, зачищаем вот эту резинку. Забрал кнопочку. Все делается легко. Вот здесь есть фиксаторы, которые защелкиваются вот в эти вот отверстия. Ножиком подковыриваем, и все это разбирается. Здесь тоже видим, что в принципе все чисто. Слегка тут попырскаем. Тут вон немножко какая-то окись есть. Но это ничего страшного. Здесь тоже просто почистим. И здесь подготовим поверхность. И на вот эту вот поверхность просто приклеим резину с камеры. Все, резинка приклеена. И пусть полежит, посохнет. Клеим клей вот таким. Так, все. Будем ждать. Все, готово. Резина приклеена. Так все получилось. Вариант этот проверенный. Во втором сценнике этот метод отработал, наверное, года 4. Пусть это я машину продал. Я думаю, что у человека тоже все работает. Все, собираем кнопочку обратно. Может быть, кому-то нужен номер кнопки. Сейчас. Так, давайте сфокусируем. Так, вот 82 00 76 256. Delphi. Все, ставим кнопочку на место. Ох, что-то, опа. Так, вот так это все вышло. Не знаю, конечно, не по заводскому, но работать, я думаю, будет без каких-либо проблем. Ну, нормально все. И тактильно довольно-таки неплохая резина. Теперь, друзья, переходим к плафону. Смотрите, есть. Бля, тут у меня пальцы грязные. Это резинку клеил просто. Вот, есть такая проблема, что вот этот плафон у нас не горит. Вот видите, если нажать, чтобы потолок не вымазать. Все, вот он начинает гореть. Сейчас мы с вами снимем его и посмотрим, в чем же в нем причина. Так, показываю, чтобы его снять, смотрите, защелки находятся в передней части, ближе к лобовому стеклу, поэтому подковыриваем. Вот я брал такую вот пластиковую лопатку и вот отсюда по чуть-чуть отщелкиваем, и он у нас снимается. То есть не сзади, потому что сзади здесь, видите, фиксаторы просто, именно спереди, спереди находятся защелки. Все, сейчас мы фишку снимем и будем смотреть, где же что не контачит. Кстати, на заднем такой проблемы нету. Вот здесь все работают. Все нормально. А здесь проблемка какая-то есть. Даже отключаем. Этот работает, а этот, вот он.
Нажимаю, работает. Ладно, сейчас посмотрим. Достал кнопочку. Все тут просто. И вот здесь фиксатор. Поддаем немножко. Она достается вверх. И вот подогнул эти контактики немного больше. И ставим кнопку обратно. Я думаю, все. Никаких проблем не будет. Сейчас мы с вами проверим. Все, смотрим. Ну, теперь контакт должен быть. Так, давайте проверять. Да, стоят светодиоды. Проверяем. Все. Все работает. Так, это выключаем. Проверяем эту. Все. Проверяем эту. Все работает. Вот такой простенький ремонт. Готово. Ну, все четко работает. Еще один нюансик автомобиля устранен. У этого, друзья, кота погоняла цыган. Это кот не наш. Это кот соседский. А знаете что, цыган? Уж эта сука очень сильно наглая. Эй! Давай, вали, давай, все. Давай, блядь, иди, мне собирать тачку надо, давай. Ну, вы поняли, да? Ну что, друзья, все на этом. Кое-какие нюансики поустраняли. Ну, они-то не влияли на работу автомобиля. Но влияли немножко на комфорт. Сейчас что делаем? На этом ролик-то наш будет заканчиваться. Но выходной мой продолжается. Сейчас берем косу и косим картошку. Надо копать. А вчера мы здесь еще собаки навес делали. Будет вот у этого дружка будет новый навес, да? Потому что тот полностью уже прогнил. Сделаем хороший, новый. Что нам будка, да? Короче, такие дела. Ладно, все, всем спасибо большое за просмотр. Всем всего самого наилучшего. Ну, а мы погнали работать дальше. Всем пока. Ну что, 2 дня назад косил. Сегодня подгребаю и вывожу уже такую тележку вес. Это 2-я. Ну и так вот еще сгреб. То 1 кучка, 2-я, 3-я, 4-я еще, короче, будет на 1 тележку. Вывозим просто за улицу. И там это все дело спалим. Вот такая наша деревенская доля. Ну а на выходные возьмем КТНчик у дядьки своего. И вот этим мотоблоком подцепим КТН. И картошечку скопаем. Знаете, чем, друзья, еще займемся в ближайших роликах? То есть это тоже такая как мелочь. Нам надо фары поднять. То есть поменял сзади пружины. Жопа поднялась, фары упали. То есть сейчас стоит нулевое, самое верхнее положение. То есть если мы вот, смотрите, вниз колесик будем делать, фары у нас будут опускаться. Вот. А сейчас они подняты максимально вверх. Но ну, реально мало этого. То есть надо... Я не помню, что у нас. Лампочка, что ли, не работает? Ну-ка, пошлите посмотрим дальнюю. А, не, работает. Не работает, показалось. В общем, надо нам поднимать фары. С вами в ближайшее время этим займемся. Так, и по поводу заднего хода кто-то писал. Вот в камеру видите, как задний ход светит. То есть, конечно, света маловато. Блин, в принципе, он в зеркало видно. Ну, еще не сильно-то стемнело. Посмотрим. Может, нам и хватит заднего,
ну, света заднего хода. Напомню, с одной стороны только в третьем сценнике светит. Если же будет маловато, возьмем какую-нибудь мощную лампочку и поменяем. Ну, пока, не знаю, пока мне как-то не до этого. Ну что, работнули, едем домой.